Дзень медицинской сестры заснованы амаль паўстагоддзя таму. Прыкладна столькі ж гэтай профессии отдала Раиса Драбышевская. Скончыўшы Гомельский державный медицинский колледж, яна прыйшла працаваць у областную дзіцячую клінічную больницу и засталася до гэтага часу. Працоўны день пачынаецца у 8 гадзін раніцы. За змену оказывает допамогу амаль 20 пациентов. Дарэчы, самому маленькому з іх часам ледь спаўняецца 10 суток. Кажа, профессия складаная и патрабует добрасумленности. Однако яна у своим профессийном выборе за все гэтые годы ни разу не засумнявалася. Я очень люблю детей, и поэтому я пошла учиться в медучилище. И когда медучилище, с медучилищем мы пришли на практику в детскую больницу, то я решила, что я буду работать с детками. По следах Раисы Драбышевской пошла и ее дочка, якая зараз працуе у этой же больницы. И в целом молодое поколение сегодня охотно освоивая сестринскую справу. У Гомельским медицинским колледже подчас минулогодней уступной кампании конкурс досягал 13 человек на место. Профессию я выбрала хорошую. Я буду помогать людям, нести добро, оказывать первую медицинскую помощь. Увогуле сёння ў Гомельскім каледжы вучыцца амаль 700 студэнтаў. 250 праз некалькі месяцаў атрымаюць дыпломы і накіруюцца ў бальніцы і паліклінікі. У цэлым жа ў Гомельскай вобласці зараз працуе больш як 17 тысяч медыцынскіх сястёр. Ганна Кавалёва, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель.